Аналитические продукты РСМД интересны и значимы тем, что они готовятся весьма квалифицированными, с хорошим жизненным опытом и высоким интеллектом людьми и экспертами. В этом их значимость. Второй аспект их значимости в том, что они востребованы. Третий аспект – то, что они удачно освещаются на сайте РСМД, привлекая внимание огромных количества людей, которые работают в интернете и привыкают к тому, что на сайте РСМД им предлагается широкий выбор аналитических материалов по исключительно широкому кругу вопросов. И то, что эти материалы начинают быть востребованы за рубежом, что они переводятся, что их читают за рубежом, это, конечно, делает честь такой организации, относительно не старой, относительно молодой, но уже уверенно стоящей на ногах и приобретшей очень солидный интеллектуальный вес в современном мировом сообществе. Я считаю, что это большое достижение РСМД. Ну, а что касается роли РСМД для сегодняшней России, то она приблизительно та же, что и роль любой общественно-политической, крупной, потенциально богатой организации для любого государства, для любого правительства. Сегодня мы очень много говорим об использовании мягкой силы. Так вот, РСМД – это та самая мягкая сила, которую наше государство способно использовать для укрепления внешнеполитических позиций нашей страны, для утверждения новой мировой архитектуры, нового миропорядка.